Привет, это Альвинос, и я играю в АОА Steampunk. Так, сегодня я планирую идти в ад, но там у нас пигмены, поэтому там не пигмены, там мне надо... В общем, я хотел найти, как это называется, чуваков, которые дают... В общем, из которых можно вызвать вызов босса. Так, переработка, ремонтная книга магического запечатления. Магия зачарования усиливает магию щелкнувшего. Ну ладно, давайте, может, попробуем. А, это тут надо делать, да? Книг, конечно. По-моему, вот этот чарует, да? Так, у нас вот это. Так, йод, чтобы быстрее было. Нам сегодня много дел надо. По-моему, не это, а точечка будет. Это гом. Вот, телепорт. Так, телепорт. Это, по-моему, тут. Так, что дели? Взрывоустойчивость, прочность, починка. Так, хорошо. Хотел посмотреть. Виллаж, расстояние 3115. Много. Чарджинг пад, АОА. Мне вот это интересно, что это такое, поэтому решил тпшнуться. Так, у нас есть что, все нормально? Давайте попробуем. Где это, что это и как это? Опа, Immortal. То есть... Charging Pad. Так, это Immortal. Фига не лупят. Только у меня сейчас вопрос, а как мне вернуться назад? Мехабот алтар. Так, его сбивать нельзя. Так, а как мне домой вернуться? У меня есть один сейчас вопрос. Так, я хочу вот эти вот. Они сбиваются. Здорово, мехобот. Блин, навык фигячный. Сколько отсюда? Мехбот. Так, что-то там я видел еще интересно. Раз уж попали неожиданно, знаете ли, такой вот поворот. Это аэромания, или как она называется, место? А, это у нас деревья. Я думал, это у нас какое-то тут новое строение. Так, ну тут, конечно, можно Леон всякие гетти получить. Так, я хочу вниз. Интересно, в этой версии козла нету. Есть такой козел, который все отбирает. Ух ты. Давайте возьмем. А, эти. А, давай. Спасибо. Какой наглый. Ну, раз уж пришли, можно и руду накопать тут немножко. А ты кто? А, ты это хрень. Так, а у меня ночное зрение работает вообще-то.
Или нет? Или тут слишком светло, чтобы оно работало? Night Vision работает. Так, давайте сделаем йод. Создать. Иромайн. Т1. Ой, ТА. Точка, ой, блин, точка 1. Сохранить. Так, ну домой я могу вернуться сейчас только... Мне вот интересно было. Мехоматон. Они ничего сделать не могут. Из них ничего не падает. Мехоматон. Катывайся быстрее. Так. Этого я не планировал. Просто интересно было, куда на меня отсылает эта книжка. Ладно, раз тут у нас такая йод, точки измерения, overworld, overworld мне надо аж телепортировать. Так, был интересный вариант, так. Сейчас давайте посмотрим, что из этого сделать можем. Потерянный планшет. Далек. Так. А что не удваивается? Удвояивается. Так, я видите. О, добавилось. Ну, хорошо. 11 и 15. Все. Так, магнит шард. Можем вот такую хрень сделать. Лимонит и рот. Но для него надо визор, да хрена чего. Так, броня можно сделать. Блок активаншера. Атрак XP Orb. Так, Vivo. Спрендшот. 7/3. Это этот, ясно. Это что такое? Спирит, ой, такое не хочу. Почему-то вот он мне не нравится. Бластер, нет. И еще что дадите? Чайн Вренч. Ну, у меня вот этого нет. Так. Это что такое было? Бластер. Вот этот еще. Подождите, как... нажать, да? Так, 3 Lion Eagle. Так, больше ничего ж вроде нету, да? Только вот эти вот. Lion Eagle, Magnet Shard и Железный Слиток. Это он нам даст 7/3. Это ближний бой. 7/3. Где моя та пушка первая? Где она? Ближний шот. И, блин, увидите тут среди этого мусора всего. Вот она. Спрячет тут 20. Ой, вообще невыгодно. Так, а это что? Это. Мы ж не посмотрели, что мы из слитков можем сделать. Так, мечик. 16 урона. Мне, по-моему, больше. Но тут надо Enchanted Powder. Нет. Лампа точно нет. Руна Recurit. Flooding Explosive. Energy Power. Ну, рунами как-нибудь потом займемся. Это они мне не очень нравятся. Так, это мы видели. Вот. 13/3. Так, это что такое? Explosive Rain Project Spirit. Так, это что такое? Лимонита боли 3/13. И гандамаш лимонита 1.5. Так, а этот. Ладно,
Это меня отвлекли нечаянно. Так, это мы скидываем все. Так, лимонит скидываем. Это у нас есть. Это мы оставляем. Так, 43. Так, мне надо патроны добавить. Патроны. А, блоки у меня есть, если что, есть. Так, йод на И идем. Иду на И. Так, у нас ночь. Что, идем в ад. Так, там есть такие... Сейчас, как это объяснить? Тут кого-то показывают, никого нету. В аду у нас есть... Наверное, я по-другому сделаю. Я зайду сюда. Не хочу я... Так. Вот. В общем, где-то... Йод. Где-то вот тут. Вот, видите. Портал АОА. Мне надо вот сюда попасть. Где-то тут иногда спавнятся такие квадратные здания, в которых спавнится Nether Beast. Вот. Вот тут интересное место. Что это такое, не пойму. Кто зашел? Блин, что-то мне интересно. А, вот и где. Так, блин, мне вот интересно. А, там, наверное, этот йод. Это, наверное, пиглиновский. Хотя давайте телепортнемся, посмотрим. Да, это пиглины. В принципе, я к ним и хотел попасть, но не таким вариантом. Ну, в принципе, раз уж попали, давайте оденемся, да. Чернит, да. Не видно. Вот. Так, это у нас пиглин хаус. Фиг поймешь, как них тут определяться, куда идти, куда податься. Так, это что такое? Резной полированный чернит. Красивая штука, слушайте. Давайте так. Вообще тут что-нибудь есть интересное? Ну тут, по идее, у них тут сундуки есть. Мне вообще куда идти? Вверх, вниз, так, черни-то набрал. Так, у нас лава ползет. Это не то, что я вообще-то хотел. Так. А что за броня на мне? А, я снял. У меня перки не работают. Ладно, я этих пиглинов не вижу. Очень сложная система тут. Так. Слишком до хрена тут. Блин, мне вот куда сейчас лезть? Вверх, вниз? Да, блин. Я не пойму, где я вообще тут нахожусь. Залился лавой, пришел, нагадил. Вот Альвинус, ну, ух ты. Так где мне тут к этим пиглинам прорваться? И вообще как-то тихо. Так, лампы пошли, хорошо. О, вроде бы выбрался куда-то. Так, где я нахожусь вообще? Так, ты мне не нравишься из-за того, что ты... Ай! Ну да, я тут тебе
А чё он не закрывается? В смысле? Я же, блин, я не в золотой. Сори. Зафорсмачился, да? Пофиг вам, я в золотой, не в золотой. Ну ладно, как хотите. Я не хотел, но вы сами. Блин, у вас тут до хрена. Вон золотые блоки. Так, я должен не голодать. Чего я голодаю? Так, у вас тут он золото, смотрю, валяется бесхозное. Я должу. Так, это ты не тот. Так, ты не тот пиглин, который мне нужен. Так, это не то. Хотя бы один ящичек найти. У вас довольно-таки... Ух ты, башенька какая-то. Так, ты не пиглин. Ладно, живи. Где там башню видел? Ну, спасибо. А, можно вот так? Так. Здоров, чувак. Так, ну пиглиновскую башню мы... Ну, тут у вас горит костер, да? Ну, сорян, чувак, ты первый начал. Я к тебе... Тут маленький бегает, да? Маленькие они не трогают. Ладно, меня тут, в принципе, ничего не интересует. Меня интересует... Не, Overworld мне не нужен. Мне надо Nether. Так, портал АОА. Сюда. О. Так, мы сейчас отхилимся. Вот он, портал АОА. И я тут вот... Где-то увидел пиглинов, где-то вот по этому квадратику, и вот тут что-то квадратик был. Я такой, интересно, что это у нас тут такое? Подождите, где я тут прокопался? Так, это... А, во! И решил искать вот этих чуваков. И нашел я их, да. И такие, да, нашел. Так, это сюда один профукал, да. Так, это мы скидываем... Чернита оставим немножечко. В общем, я давай искать. Вот думаю, на вот там больших озерах лавы. Вот, видно, тут вот, видите. Тут плохо видно. Ну ладно, сейчас вот тут вот видно на карте, что там что-то такое. Я давай искать. Вот, шел сюда, там строил, прокладывал. А вот уже назад. Я когда возвращался, я все это в порядке. Так, как это я так пропустил? В принципе, оно мне тут как бы не особенно надо, но как бы валяется. Лежит, бери, бьют, беги. Так. Меня интересует не это. Меня тут... Я прокопал, вот тут вот хотел зайти к ним. Тут никого, ну, в общем, не знаю. Так, идем к... Вот, безопасный путь уже назад сделал. Вот она, эта хрень. Ага. Ну, тут к ним надо идти в золотой броне, чтобы они там не нервничали. Вот она, штука, которой я ползу. Nether Beast. Я не знал, как это сделать. Пошел в Discord на...
по Advance of Ascension. О. Ну таки здрасте. Нам только вас тут и не хватало. Так. У нас тут Nether Beast есть. Ага. Вот. Nether Beast. Я не знаю, они пробивают через один блок. Идите сюда, Nether Beast. В блок заходит. В общем, из этого Nether Beast'а можно выбить хорошую броню. Они в блок не проходят, так что ничего страшного. Так, расширим свои горизонты, чтобы мне чуть удобнее было, а то тут... Так, подождите, как тут сделать...